Держи. Зачем? Он же показывается на нем, он хочет посмотреть, что ты делал. У него конфеты мешают, да? Нет, без конфеты мы будем делать. Шпагат, да. Ну, под коленку, ты выпрямлять надо. Покажи себе. Вот такой? Да. У меня очень. А еще что делать? Сколько здесь шпагат? Шпагат, Настя. На первом занятии шпагат учил уже, да? Учили шпагат, да. А складку как мы делали? Какую складку? К ножкам мы когда тянулись. А кошечку мы делали как? Кошечку помнишь? Так что? Это с ну, бачки, складка. Очки. Кошечку, а помнишь, это что такое? Делал? Это твое? Да, это сок гранатовый. Гранатовый джинс. А что за складочка? Помнишь? Вперед ложись. Вперед ложись. Понял? Вот так стоит. А мостик покажешь? Как мы делали, как мы учились, да. Ну, поп выше поднимать. Вот. Ну, главное, запомнил. Запомнил, да. Что шпагат учил. Сейчас, может, парень похвастаться, что ты на первом занятии уже учил шпагат. Да? Ну это какое вообще? А все, дашь попробовать конфету? Конфету дашь попробовать? Ага. Не понял, спасибо, не надо. Спасибо.